продолжение к предыдущему варианту. Работа с гирькой, вариант либо веревка, либо резина. Ключевая задача, мы исключаем предплечье. Предплечье исключаем полностью. И трицепс, то есть то, что чаще всего включается, когда мы пытаемся работать с гантелями. С гантелями пойдет на выносливость. Здесь же мы акцентируем, опять же, на переднюю дельту в различных вариантах, освобождая полностью, повторяю, предплечье и трицепс. Например, вариант, вот, делаю петельку и подвешиваем в локтевом сгибе. Вот оно висит. Вот рука на старте. Соответственно, отсюда мы отрабатываем. Бам! Как прямой, так и вариант бокового, либо от себя. Во всех случаях нагрузка ложится сюда. Рука, трицепс здесь не работает, совершенно расслаблен. То же самое мы можем делать с ножом. Соответственно, укол, порез и реверс. Если мы делаем с палкой, опять же, чтобы у нас была взрывная, удар должен быть взрывным, передняя дельта нас толкает. Вау. Если мы работаем двуручный вариант, то здесь опять же ключевым будет выдавливание правой рукой, что позволяет нам наносить либо рубящий, либо колющий. Но ключевым будет именно вот это движение. Если нет гирьки, можно заменить ее резинкой. Встали. И, соответственно, тоже взрывная манера. После чего, соответственно, раскидаться либо в мешок, либо по воздуху.